Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии мы нашли убийцу Браминов. Также сдали квест нашему стрелку на динозавре, который притем убивший всех пулей в Репконе. Мы не стали брать ихние квесты, точнее я не стал. Потому что, ну это, во-первых, дело довольно муторное, как мне показалось. Насколько я помню, по крайней мере, так. Ханов. Куда это мне идти? Подождите. Boulder City. До Boulder City там рукой подать. Вообще-то, к Нью-Вегасу. Но тут идти все равно далеко. Хорошо. В этой серии мы как раз и двинемся до Boulder City. Я не думаю, что мы туда дойдем, но тем не менее я постараюсь. Не будем отвлекаться на какие-то побочные квесты. А уже в Нью-Вегасе можно будет обрасти и броней. И пушечек найти себе, и патрончиков закупить по полной программе. Так, что это за место? Вижу собаку. И дай бог, это пес легиона. Свалка машин. А, тут продают части электроники. Хорошо. Я помню это место. Хоть вроде бы сколько лет уже. Где, где? Вау, какая стрельба там, ребятки, вы чё? Вы чё, конченые, что ли? А кто воюет? Легион Цезаря. Легион Цезаря напал на караван. Я должен помочь. Да на что я вообще надеялся, да ё-моё. Ребята, ну, во-первых, извиняйте, опять же. А чё, приходится? Потом, ты тоже. Я не хотел, конечно, этого, но чушь поделаешь. Пистолет давайте, пулемет возьмем, который. Воды, динары. Они что-то вообще тут свирепствуют, я вам так скажу. Вот заберу шлемак. Ой, идиот, ну зачем я это сделал? Ладно, неважно. Костюм, броня Центуриона, до свидания. Так. Мой шлемак поремонтирую вот этим. Сойдет? Вполне. Потом пистолет, пулемет, миниган. Это миниган, но он поломанный. Этот вот суперкувалду тоже выкину. Оставь это все себе. Броня, грязная вода, динамит с длинным запалом, дробовик караванщика. Говно, я тебе скажу. Но не буду брать тут ничего. Патроны возьму. Пистолет для починки. Да и все, в принципе. Вот патроны 10 мм. Тоже монетки легиона возьму. И очищенную воду. Все, прощай. Черт. Какого хрена? Вот зачем я пошел сюда? Опять пришлось читы использовать.
про минты как? Воу. Бродячий торговец вообще разорвал просто. 115 крышек. Не повезло. Ни мне, ни ему. Ладно. Чё уж там, ходим отсюда. Не хочется пользоваться читами, но тем не менее. Когда вот такие вот неразмерные противники нападают, то... А чё? Почему бы и нет? Просто игра не дает возможности от выбора, допустим, как в Скайриме. Если я захотел оборвать квест, меня потом за это Скайрим не наругает. А там, когда я оборвал квест с... Опять же... А когда я оборвал квест... Ебать! Когда я оборвал квест с посланием Легиона... Вы чё, конченые, что ли? Сколько он патронов-то в себя принял? Охотничья винтовка. Вот это, кстати, то, что мне нужно. Заколонька. Патроны 308. Кожаная броня. Легкая, но хорошая. Хорошая броня, тем не менее. У меня опять очень мало жизни. Так, пистолет-пулемет возьму, свой починю. Так, психа. И на этом все, наверное, да? Заколка, еще бутылочную крышечку. Так. Давайте-ка менять костюм. Кожаная броня, эту долой. Оружие. Так. Какой в лучшем состоянии? Вармит винтовка. Винтовка ковбоя. Вот охотничья винтовка. У меня не так много патронов на ней, но... Бонус к шансу крита. Давайте посмотрим, что это за винтовка вообще. Неплохая, судя по всему. Но на нее аж целых 6 силы нужно. Поэтому не знаю. Так, ну, черт, давайте вмажемся стимулятором. Что тут по статам у меня? Ой. Вообще, честно говоря, как-то... Ну, как-то так получше, да? И стимулятор туда вкинем в себя. Два штучки вкинем, чтобы было жизни побольше. И все. Как видите, вот таких вот рядовых противников я еще могу разматывать, то есть без проблем. А вот товарищей, которые с Легиона, которым я напаскудил чуть бы не в самом начале игры, вот эти вот от меня никак не отвяжутся. Автозаправка Эльдорадо. Давайте зайдем, посмотрим. Черт, я обещал, что не буду заходить во всякие непонятные. Ну, неважно. Кассовый аппарат. Так, это военные деньги, точно крышечки. Заберу. Так, это что? Санса Цепарила. Пойдет. Дрожжи. Спасибо. Мешок. Что в мешке? Патроны. Антирадин, кстати, неплохая штука. Так, больше тут ничего. Стимулятор. По еде мне особо не нужно ничего. Вот еще антирадин. Так, ящик с боеприпасами. О, жалко, что так мало. Но уже получше. Так, то есть у меня есть, походу, винтовка на смену. Бутылка из-под солнца Цепарин. Черт. У меня есть просто, походу, на смену.
крафтовань. Да. И все, да? Уходим отсюда. Двигаемся дальше. Далеко мне там еще идти, между прочим. Да не очень, что прям далеко. Там меня просто будут ждать, скорее всего. Либо легион, либо еще какие-то скоты местные. Потому что с этого момента я перестаю ясно помнить все-таки сюжет Нью-Вегаса. По-моему, Fallout New Vegas это лучшая вообще из частей. Просто некоторые еще любят третий Fallout. А New Vegas вообще не признают. Я вот наоборот, больше люблю New Vegas. Red Scorpion. Что-то там, походу, не все хорошо в этом городе. Воу. Давай поспокойнее как-то там. Нормально вошло. Ну чё, кто еще на меня? Маленький Red Скорпиончик решил быкануть. Полно тут этих Red Скорпионов, я вам скажу. Так, ладно, пойдем с этой стороны. Все лежит в руинах. Прекрасное такое место. Хотел сказать, как природная крепость. Так это же все неприродным образом создано. Вот мы, собственно, и на месте. Boulder City. Добро пожаловать. Простите, что это? А, это просто фонарь. Чёрт. Салун. A customer. Not many people come into Boulder City. Так. Расскажи про Boulder City. Most of the town is rubble, destroyed during the Battle of Hoover Dam. Ну я понял. Что продаешь? What can I get? Sunset Cipriolo продаешь. В основном только жратву, да? Так. Куда идет бетон? The NCR has been constructed. Я понял. Come back real. Свидание. Я думал, мне в салоне расскажут про Бенни. Как бы не пошло, наверное. Перехватите великих ханов Boulder City. То есть они где-то здесь. Нефиг петь. Давайте. Кто на меня? Лейтенант. We've got a situation with some great cons right now. The brass at McCarran has ordered me to lock down the ruins until it's been resolved. Что там у вас? One of my patrols was on its way back from Novak when it came under fire from the Great Khans. They radioed for reinforcements, but instead of waiting for us, they chased the Khans into the ruins where they were caught in a crossfire. No deaths, but not all the squad got out. The Khans have Private Ackerman and Private Gilbert as hostages. Я понял, хорошо. Возможно, мне удастся. Не.
как бы... Я не знаю. Возможно, мне удастся договориться с ними. Normally I'd turn you down. Alright. If we hear... Понимаю. Good luck. Хорошо. Сейчас, сейчас попробуем договориться. Заодно и узнаем про Бенни. Если он там, ему не сдобровать. Я вырежу всех.